Буквально у каждого с собой цветы. В Некрасовскую школу-интернат в день рождения пришли и бывшие ее выпускники, и бывшие сотрудники, и просто шефы. Этим словом называют в учреждении тех, кто помогает в воспитании детей. Наша школа – большая семья, которой очень много верных, замечательных друзей. И наше единение – это достижение наших вершин и целей. Юбилей – время для теплых слов и признаний в любви. И 23 ноября эти слова звучали. За ваш профессионализм, за ваше равнодушие, за вашу чуткость своей профессии. Спасибо вам. На моих глазах, как живой организм, школа росла, развивалась, расцветала. И к дню своего рождения превратилась в одно из лучших учреждений не только Орловской области, но и Российской Федерации. Здесь работают самые сердечные, самые душевные, самые заботливые мамы. Сегодня мы отмечаем 85 лет особой школе. Школе, которая, наверное, может дать детям гораздо больше, чем школа другого типа. Потому что круглосуточное наблюдение детей дает возможность не только учить, но и воспитывать, что особенно важно в наше противоречивое время. Пока взрослые дарили подарки и благодарили лучших работников образования, ученики школы-интерната волновались не меньше. Ведь свой подарок они приготовили взрослым. Отдельно на празднике отметили ветеранов образования. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».